Человека, грядущего в мир, дознамится на свет лица Твоего, да мне будет свет неприступный, исправи стопы наших деланию заповедей Твоих, молитвами причисти Своей Матери всех святых Твоих. Суд, неизбежное наказание, нестерпимое мучение. Не замечал ли ты, что из телесных очей, если они постоянно бывают в дыму, всегда текут слезы? А на свежем воздухе, на лугу, при источниках и в садах они становятся и здоровее, и острее. То же бывает и соком душевным. Если оно питается на лугу духовных учений, то бывает чистым, ясным и проницательным. А если погружается в дым житейских попечений, то непрестанно будет точить и проливать слезы и в этой, и в будущей жизни. Подлинно, дыму подобны дела человеческие, потому-то некто и сказал: «Исчезли, как дым, дни мои». Псалом 101. Но пророк хотел этими словами выразить только мысль о краткости и непостоянстве жизни человеческой. А я сказал бы, что их должно разуметь не в этом только смысле, но и как указание на мятежность жизни. Действительно, ничто так не угнетает и не возмущает душевного ока, как толпа житейских забот и рой пожеланий – это дрова для упомянутого дыма. Подобно тому, как обыкновенный огонь охватывает вещество влажное и промокшее, разводит густой дым, так точно и сильная пламенная страсть, завладевая вялой и слабой душой, производит большой дым. Вот почему и необходима роса духа, и легкое его веяние, чтобы угасить этот огонь, развеять этот дым и окрылить наш разум. Невозможно никак обремененному таким злом воспарить на небо. Нет, нам надобно быть хорошо припоясанными, чтобы совершить этот путь, а вернее сказать, и при этом невозможно, если не возьмем крыльев духа. Итак, если нам нужен и легкий ум, и благодать духа, чтобы взойти на эту высоту, а у нас ничего этого нет, если напротив мы влачим с собою только противную и сатанинскую тяжесть, то как мы можем воспарить, когда такая тяжесть влечет нас долу? Если бы кому-нибудь вздумалось на верных весах взвесить наши слова, то в тысячи талантов житейских разговоров он едва ли найдет и 100 динариев духовных слов, а вернее сказать, и не найдет и 10 оболов. Если же ты здесь не хочешь понести наказание, то сам себя осуждай и требуй сам у себя отчета. Если будешь поступать так, постепенно простираясь на пути к совершенству,
то достигнешь и венца. Но спросишь, как требовать от самого себя отчета? Восплачь, востенай горько, смиряй, изнуряй себя и вспоминай о каждом твоем прегрешении. Это немало мучение для души. Кто испытал сердечное сокрушение, тот знает, что душа больше всего этим мучится. Кто вспоминал о грехах своих, тот знает скорбь, происходящую отсюда. Вот почему и Бог за такое раскаяние и награду полагает оправдание, говоря: «Говори ты, чтобы оправдаться». Пророк Исаия, 43 глава. Немалое, истинно немалым средством к исправлению служит тот, чтобы, сознавши все грехи свои, непрестанно представлять и размышлять о них. Кто это делает, тот в такое придет сокрушение, что признает себя недостойным и жить. А кто так рассуждает, тот будет мягче всякого воска. И не только осуждая себя за блуд, прелюбодеяние и другие грехи, которые всеми признаются за тяжкие, но собери в уме своем и тайные наветы, клеветы, злословие, тщеславие, зависть и все тому подобное. И эти пороки немалое понесут наказание. И клеветник вернется в гиену, и упивающийся вином не будет иметь места в Царстве Небесном, и не любящий ближнего так оскорбляет Бога, что и мучеством своим не бывает угоден ему. И тот, кто не родит о домашних своих, отвергся веры, и тот, кто бедных презирает, в огонь ввергается. Итак, не считай эти пороки маловажными, но все собери в уме своем и напиши их, как в книге. Если ты напишешь, то Бог сотрет их. Если же ты не напишешь, то Бог впишет их и потребует твоего наказания. Лучше же нам самим писать их и видеть изглаженными Богом, нежели, забывая о них, заставлять самого Бога представить их пред глазами нашими в день судный. Аминь. Храни всех, Господь.